Леночек, спасибо за компанию. Побежали. Все, я готова. Все, выхожу, бежим. Привет, привет, всем привет. Спасибо Леночке с канала Леночка Леонора. Она первая откликнулась на мое предложение побегать. И вот мы с ней бежим. Я, правда, сначала немножко потихонечку побегу, потому что мне молоко надо, оказывается, отвезти. Ну, а потом уже побыстрее. А что я вам сказать? Я вообще молодец, я звезда. Я вообще не знала, как я встану, потому что я вчера отдыхала, пила вино, три фужера, а сегодня бегу, прекрасно себя чувствую. Вечером выпила добавки на ночь, и они меня разбудили вместе с тремя будильниками. Все, потом еще включусь. Пока вышла в куртке. Пока добежала потихонечку, вот там такой же густой, как сейчас бегаю. Молоко вон, видите, принесла, куртку сняла. Машка не мытая, как всегда, потому что я... Баня, короче, вчера не получилась, потому что мы ездили в магазин, для нас это уже событие большое. Меня еще одна поддержала, моя саратовская подружка Яночка. Но с ней мы договорились на вторник бежать. По московскому времени будет... Сейчас посмотрю. Смотрел по переписке. С Яночкой мы бежим во вторник 7:45. Время назначено. У нее на час больше. У нее 8:45. Так что в 7:45 московского времени во вторник. Кто хочет, присоединяйтесь. Ну, посмотрим, как мы завтра с Леночкой. Может быть, с Леночкой Леонорой мы и завтра побежим. Если нормально будет самочувствие. Вот, кстати, так классно бегать. Я не знаю, сколько я буду бегать. Может быть, мне полчаса мало будет. Я бегаю вон на природе. Это у нас заброшенная школа. Когда мы переехали сюда, уже она не работала. Выбрала место, я его не выбирала. Просто мне надо здесь на остановке встретиться, молочко отдать. Одна наша хорошая знакомая. Она же покупательница, отвозит молочко другой нашей покупательнице в центр села. Спасибо ей за это большое. Так, побегаю еще. Ленуська, покажи немножко, где ты бегаешь, чтобы компании было побольше у нас с тобой. Итак, бегаю я уже 10 минут. Такое классное чувство, когда уже начал организм очищаться. У меня... Отхаркнулась сейчас, извините за подробность. И лучше задышал носик. В общем, стало супер. Я не в спортивной форме. Я в этих джинсах. О, кроссовки. Кроссовки есть. Все чики-пуки. Так, через 3 минуты должны с молочком прийти. Бегу ко встрече. Леночка, у меня предложение. Когда получится, побегаем, может, еще пресс поделаем. Ну вот, дождалась, молочко отдала. Леночка одарила меня огурцами, 3-литровую банку. Мы сами не делаем. Вот она нас угощает. И так мы живем с огурцами. Спасибо ей огромное. Вот, а мы угощаем свои продукты. Правда, сейчас пока не можем, потому что у нее пост. Еще осталась неделя. Такой вот у нас... Взаимная любовь. Мы угощаем творожком. Она нас огурцами, зеленью, салат зеленый давал в прошлый раз. Я все еще бегаю. Время 7:22. Ну, я думаю, все-таки на первый раз мне будет достаточно полчаса. А потом будем делать пресс. Пресс. Вы уж извините, что я вас трясу. А смотрите, какое небо классное. Офигенское небо. Погода замечательная. Я когда-то где-то то ли читала, то ли смотрела, что бегать для здоровья вредно. Что полезно ходить, а бегать не надо. Но вы знаете, ну, ты, конечно, знаешь, потому что, ну, кто не бегал? Ты тоже бегала. В общем... Это офигенское чувство, когда бегаешь. Правда, я не пробовала ходить, как люди ходят с палками, с
нашей скандинавской ходьбой. Короче, я выбираю бег. Супер вообще. Это классно просто. Ты видишь, какое у меня настроение? Что, бежим завтра вместе? Давайте договариваемся в комментариях. Бегаю я все тут же, хотя уже могла бы в другое место побежать. Но здесь куртка лежит, хочу показать тебе. Смотри, какие тут. Так, кто это? Ели, не ели. Кипарисы, не кипарисы. Короче, что я хотела сказать. Тут живут совы. На этих деревьях живут совы. Иногда они так вечером берут и так ух, взлетают. Это классно. Ну что, уже почти закончились. Полчаса. О, бежал в траву. Бег с препятствиями теперь. Сейчас будем с тобой отжиматься. Да, да, с тобой. Что думаешь, если от бега слинял, то и пресс делать не будем. Пресс будем делать вместе. Осталось 2 минуты. Последние 2 минуты у меня будет заминка. Я буду бегать помедленнее, ну а потом еще похожу. А сейчас у меня зачесался живот. То ли от грязи, то ли жир плавится. Ты как думаешь, что происходит с моим животом? Огромным. Вот запоминай. Запоминай, какой живот. Скоро его не будет. Надо готовиться к лету. А то козы посмотрят в огороде и скажут, ух ты, какой живот хозяйка дает. Блин, бегал и бегал, все было нормально. Сейчас перестала бегать. Ноги как ватные. Ну, прикольно. Мне нравится это ощущение. Слышь, как птички поют. Мне это кайф. Я в прошлом году, когда начинала бегать, здесь во Львовке уже, да, или в позапрошлом уже, что-то все спуталось в голове. Я тогда видео на YouTube не записывала так активно. Ой, ноги подгибаются. Ну, короче, я тогда бегала почему-то по дороге, вдоль дороги. А, я вспоминаю почему. Потому что время было то ли 4, то ли 5 утра. Это было летом, наверное, 4, потому что было темно, когда я начинала бегать. Было темно на улице. А на дороге есть фонари. Вот я там и бегала. Солнышко встает. Сейчас покажу, какое у нас солнышко встает. Покажу. Оно обычно засвечивается. Ну, в общем, как-то так. Ну что, сейчас я установлю и будем делать пресс. Ну как, сейчас определимся вместе. Как мы будем это делать? Что, видно, что ли? Заминка была небольшая, но все равно пресс сделать. Блин. Извините. Я чуть-чуть надо повернуть. Капельку поверну, чтобы было лучше видно. Кайфушечки, кайфушечки. Ладно, поехали. Сколько раз? Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Сколько получится, короче? 7. Сколько можешь? 8, 9. Еще пару раз сверху. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. У меня после бега все время сплевывается. Прочистилось хорошо все. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. 34, 35. О, я мой
больше не могу, оказывается. А почему? Потому что я вчера приседала. Сколько раз я приседала, кстати, кто-нибудь посчитал? Я сама сбилась, хотела посчитать, на видео не получилось. Больше 100 раз я присела. И теперь у меня ноги болят. Но я все равно сейчас еще сделаю пресс. А что я? На лавке-то жестко. Я сейчас сделаю на травке. Правда, я ничего с собой не взяла. Но если не замерзну. Если замерзну, то не буду на травке делать. Сейчас место найду, включусь. Молодец. Я умничка. Ты тоже умничка. Давай тоже присоединяйся. Будем вместе заниматься кайфовыми делами. Ладно, девчули и мальчули, всем пока. Пойду потихонечку. Я тут смотрела видео, которое я сейчас снимала. И я там сказала, что сейчас будем отжиматься. А сама стала делать пресс. Теперь я исправлю эту ошибку и сейчас будем отжиматься. Я так думаю, я же не случайно оговорилась-то. Так. Травка пушистая сгораживает. От лавочки. Будь здоров, Гаша. Десять раз для начала. Сейчас покажу лицечь. Блин, хотел показать. Ну, сейчас мы получится. Кто этот выглядывает, за мной подглядывает? Чей нос? Гаша нос выглядывает, этот подглядывает за мной. Мой хороший. Хотят на улицу выходить. Ну, еще хозяин не вышел, он у нас выводит. Так, надо 3 подхода. Сейчас посмотрим. Наверное, может, я уже буду от травы отжиматься, а не от лавочки. Ручки, что ли, беречь мне? Мне что, привыкать, что ли? Так, куда поставить-то? Куда мне вас поставить-то? Да вот сюда, пожалуй. Ну ты что, никогда вообще не отжимался, что ли? Не отжималась? Это же хорошо. Это ж грудь. Нам это просто необходимо, женщина, эти мышцы. Поехали. Ну что, занимаемся вместе? А вон еще смотри, что у меня есть. У меня у нас это черешня. Красивая. О, цветет. И еще один подход отжиманий. Потом я пойду заниматься своими козьими делами. С обалденным настроением. Вот что мне не хватало для счастья-то. Вот чего не хватало. Посмотришь и тогда подумаешь, да, такая погода, такая природа. Во дворе. Никаких тебе масок. Что не отжиматься, да? Еще один подходик.
кресточек заградил меня. Я могу перейти. Ну все, теперь точно пока. Хорошего тебе дня, прекрасного настроения и всего-всего самого-самого наилучшего. Пока! Целую, обнимашки. Леночка, я уже пришла домой, пресс чуть-чуть покачала, записала там видео, как я делала, какие упражнения такие небольшие. О, я так устала, такая приятная усталость. Я тебе там видео-то записала. Телефон не взяла с собой, связи не было у меня. В следующий раз положу деньги, чтобы был у меня интернет, потому что на телефоне интернета нет. И я дома сижу через Wi-Fi. Положу деньги, чтобы был с собой интернет. Будем на связи в следующий раз. Давай, ты что там бегаешь или что? Давай уже домой. У меня один телефон, Леночка. Просто я в этот раз видео монтировала. В следующий раз не знаю, как будет, но ты там смотри, не заморачивайся. Я твое видео тоже вставлю на YouTube себе. Надеюсь, ты не против. Так что увидимся теперь на канале. Пока. Спасибо тебе огромное еще раз. Целую, Ленуся.